Так, вот, по-моему, сейчас нам надо будет укрываться от ударов довольно-таки адской пушки. Или я это уже прошел, я ведь уже этого и не помню. Ребят, да, вот она тут впереди. Вот, видите, что творится? Но с этим очень просто совладать, потому что там, во-первых, у нас просто стоит солдат за ней. Это не то, что какая-то сверхавтоматическая пушка. Нет, там солдат. Вот, сейчас он... Ну, давай. Видишь? Спокойно перебегаем. Так, ну и сейчас он к нам тут подойдет, я думаю. И мы его угрохаем. Какой-то это самый невменяемый. Спокойно дал себя убить. Так, и... Так, в принципе, у нас состояние здоровья неплохое. Тем более сейчас. Неплохое. Так, поэтому я думаю, что есть смысл нам сохранить здесь игру. Прям вот здесь. И что? И что? Кстати сказать, может я смогу встать за этот пулемет, а? Ну-ка. Могу встать за пулемет? Не, не могу. Ну ладно. Так. Ребят. Все-таки я воспользуюсь пистолетом. Так, и давай перепрыгнем на ту сторону. Вот так. Отойдем подальше. Это его так разорвало. Так, видишь, все, нас не задело. Так, мы там взяли с вами. Все хорошо, мы взяли аптечку. Там двигаемся, посмотрим, по крайней мере, что дальше. Я не помню, по-моему, я еще этого не смотрел. Так, там еще один. Давай, бабахаем его. Все-таки попало на нас немножко. Но не фатально. Так, здесь у нас еще один поворот. А, ну тут здесь мы должны... Подожди, а что мы до резину-то бросили, кстати? А, стоп, подожди. Давай все-таки до резину мы заберем снова. Продвинемся на ней, мало ли, вдруг она нам пригодится. Так. Вот она тут, голубушка. Так что садимся в нее. Так. И погнали. Так, если что, мы пригнуться можем. Так, здесь все безопасно, здесь все чисто, прекрасно. А что он? Подожди. Давай, побыстрее. Так, ну здесь мы тоже никуда зайти не могли. Так, здесь мы немножко сбавим скорость. Главное, спокойно. И вот здесь, я думаю, что мы встанем. Посмотрим, что за поворотом. А, за поворотом у нас, ага. Так. Перепрыгнем-то на ту сторону. Так. И вот здесь проведем разведку. Кто-то тут хрюкает нехорошо. Смотрите следующее видео.